развивал ничего особенного. И удар дальней дистанции. Как же он его придумал, как замыслил Марио Фернандес, его голевая передача. Бабах! И под перекладину мяч попадает. Станислав Крицюк ничего не может сделать. Ну просто умница, Головин. Он так быстро оценил ситуацию. Он верил в свои силы. Только-только к нему мяч пришел. Он увидел, что его никто не успевает накрыть. И Шарль Кабуре удрал бы несколько... Муса подарил ему этот мяч. И еще момент. Головин. Голин! И это дубль Александра Головина. Ох, какая получилась атака. Я думаю, что здесь, конечно, не без элемента удачи. Потому что Аладаре не стал делать пас в ту зону свободы. Но мяч туда все-таки пришел. Стало быть, это судьба. Переклад Мусы. Вот главная ситуация. Еще раз смотрим. Очень долго возится Маурисио Перейра. Забирает мяч Муса. И дальше стремительная атака. Не катит Аладаре. Жадничает. И вот та удача, о которой говорит Роман. Мяч отпрыгивает точно на ногу Александру Головину. После вот этого экрана от защитника Вагнера Симонса. Как очень вяло возвращался здесь в оборону Адилахметов. Именно поэтому Еременко, как раз открывавшийся под потенциальную передачу от Аладаре, вбегает в эту зону. Лучше...